Всем привет, с вами Традиция, мы продолжаем играть в SnowRunner. В этой серии мы займемся поручением охотничьей нужды. Не хочешь немного позаработать? У меня в горах есть небольшой охотничий домик, но его нужно отапливать. А мой старый джип совсем не хочет заводиться. Сломался, зараза, видимо. Сможешь отвезти ЦСРН туда, доставить к охотничьему домику? Вот сюда. Топливо для охотника, который у нас находится здесь, также здесь берет само поручение. Награда 410 опыта, 4100 денег. Буду использовать БТР газ. Желаю всем приятного просмотра и отличного настроения. Поехали. Надеюсь, мы там проедем. Где эта гора? Нужен такой большой БТР. Надеюсь, пролезет. То вдруг там узко. Узко. Сейчас увидим. Бабах. Все время. Куда-нибудь да что-нибудь произойдет. Обо что-нибудь да шмякнемся. Давай пролезем. Про это я гору говорил. Думал, здесь узковато, а здесь оказывается довольно-таки даже неплохо. Ну, до дома охотника. Вот приехали мы с вами. Шмяк. Отлично. Мои выходные спасены. Спасибо тебе за услугу. Да пожалуйста, обращайтесь сколько угодно. Награда 410 опыта, 4100 денег. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Тразитес. Увидимся в следующей серии. Всем пока и до новых встреч в новом видео. Пока-пока.